Всем привет, друзья! Привет, друзья! Что-то типа важного объявления. Вы знаете, что Австралия закрыта с марта 2020 года для иностранных студентов по сей день. А также, возможно, вы слышали, что правительство Австралии во главе с Скоттом Моррисоном планирует вакцинировать 80% населения, а значит, будет потихоньку уже открываться для иностранных студентов. Возможно, вы хотите учиться в Австралии, хотя учиться в Австралии можно уже сейчас. Начав обучение онлайн, и мы можем помочь с любым университетом, с любым государственным университетом. Но все же, если вы хотите учиться офлайн, если вы хотите приехать в Австралию, у меня для вас есть очень интересная и хорошая новость. Begin Group, посольство Австралии в России, и я будем на выставке образования, которая будет ровно через 2 недели в Москве, 19 сентября с 12 дня по 16 вечера. В отеле Рэдиссон Славянская, площадь Европы 2. Вся информация будет по ссылке в описании к этому видео. Лучше регистрируйтесь и приходите. Будет очень интересно. Пообщаемся вживую. Можете прийти чуть-чуть пораньше, потому что будет семинар посольства Австралии буквально в 11:30 утра, где вы можете узнать все об образовательных программах австралийской системы образования. В общем, к чему это все? Приходите, точно будет интересно. Если вас интересует получение образования в одном из лучших университетов Австралии, университета Торренса, приходите. А может быть, какой-либо другой университет, мы в принципе тоже можем вам помочь. В общем, до встречи в реальной жизни. И Австралия ждет вас, если вы ей подходите. Пока.